Владимир Севастьянов из Абакана спрашивает, когда отремонтируют дорогу по улице Гагарина. Мужчина жалуется, что в последнее время ездить по ней стало невозможно. Яма на яме. Как пояснили специалисты транспортно-технического отдела УКХТ Абакана, ремонт дороги по улице Гагарина уже начался. К ямочному ремонту в границах улиц Свободы и Мира дорожники уже приступили. Кроме того, планируется реконструкция дорожного полотна в границах улиц Ломоносова и Свободы и улицы Мира до ЖД-переезда. Все работы будут закончены уже в этом году до наступления холодов.